В Лыткарине сотрудниками межмуниципального управления МВД России Люберецкая задержана группа людей. Они подозреваются в вымогательстве и хищении имущества. Все четверо уже были судимы. Ранее в Лыткаринский отдел полиции обратилась жительница с заявлением о том, что злоумышленники похитили ее автомобиль, а через два дня пропал и ее супруг. Установлено, что участники этнической группы насильно увезли мужа пострадавшей в Балашиху, где, угрожая, требовали у мужчины 750 тысяч рублей и его квартиру стоимостью в 5 миллионов рублей. Они мне по полной программе представляли, что им нужны деньги, что им нужно заложить квартиру в ломбард, чтобы я им срочно отдала, если я хочу увидеть своего мужа живым. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны четверо ранее судимых – выходцев из Тверской области и стран ближнего зарубежья. По данным фактам, следственное управление возбудило уголовные дела по статьям 161 – грабеж и 163 – вымогательство Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных. Анна Троян, телеканал ЛРТА.